Жители уральского поселка восстали против установки бюста Николаю II. Уральцы из поселка Белимбай под Екатеринбургом выступили против установки бюста Николаю II на территории местного храма, передает ура.ру. Они обратились к екатеринбургскому архиепископу с просьбой найти для скульптуры другое место. Такая новость нас не порадовала. С жителями Белимбая про памятник никто не говорил. С нами не советовались и ничего не обсуждали. С удивлением мы узнали, что памятник хотят поставить возле храма, прихожанами которого мы являемся, отмечено в тексте письма. Противники установки бюста объясняют свою позицию тем, что последний российский император никогда не бывал в поселке, поэтому памятник будет лишь напоминать о гражданской войне и станет причиной раздора. Инициаторы установки, по мнению возмущенных поселян, лишь стремятся привлечь внимание патриарха, который посетит Урал этим летом, в столетии убийства семьи Николая II. Уже сейчас, когда памятник еще не установлен, идут споры о нем, добавили авторы обращения. Люди начали ссориться друг с другом. Звучат необоснованные обвинения и упреки в адрес православных и церкви. Глава поселка Александр Гильденмайстер поддержал протест. 27 мая, на Троицу, у нас был праздник села, и я был в храме, на службе, пояснил он изданию. После службы ко мне подошли люди, спрашивают, что за дела. В интернете пишут, что у нас перед храмом Святой Троицы будет установлен бюст Николая II. Мы об этой инициативе слыхом не слыхивали. Инициаторы и спонсоры проекта, бизнесмены Андрей Моисеев и Станислав Могила, ранее создали в поселке, где находится принадлежащее им производство, музейный комплекс, посвященный купцам и промышленникам Строгановым и летчику испытателю Григорию Бахчеванджи. Больше важных новостей в TELEGRAEM канале, лента дня. Подписывайся, перейти в мою ленту, новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.